Видео подготовлено каналом Уроки ТВ, номер 496. Составьте с данными словами словосочетания или нераспространенные предложения. Обозначьте непроверяемые гласные и согласные буквы Ё, О после шипящих корни слова. Первое. Пришел. Пишем букву Ё. Жонглер. О. Расческа. Буква Ё. Щетка, буква Ё, жорнов, Ё, расчет, вставляем букву Ё, почет, буква Ё, шотландец, буква О, челка, Ё, решетка, щечка, шорох. Второе. Шоколад, шофер, крыжовник, шов, шоссе, обжора, шорник. Капюшон, жокей, чищоба, шорох, чопорный, трущоба. Составляем словосочетание. Почему-то не пришел. Ловкий жонглер. Любимая расческа. Зубная щетка. Мельничный жорнов. Точный расчет. Большой почет. Старый шотландец. Подстриженная челка. Сломанная решетка, розовая щечка, странный шорох. Молочный шоколад, опытный шофер, колючий крыжовник, петельный шов, скоростное шоссе, маленький обжора, лучший жокей, лесная чищоба, тихий шорох, молодой англичанин, старая трущоба. Расческа. Морфологический разбор. Это существительное. Начальная форма расческа. Постоянным признаком относится. Расческа – это имя нарицательное, неодушевленное. Она моя, женский род, заканчивается на «а». Первое склонение. Непостоянным признаком относим именительный падеж и единственное число. Что? Расческа. Подлежащее. Если у вас возникли вопросы, оставьте комментарии под видео.